Всем привет, меня зовут Кристина, я художник-дизайнер, и сейчас я расскажу, как я создаю свои картины. Рисую множество эскизов, переношу их в программу, оцифровываю и выбираю из них самые лучшие. Сравним эскиз и итоговую работу. Эскиз я переношу с помощью карандаша на артборд и делаю поэтапную заливку цветами. Основной материал – эпоксидная смола. Чтобы линии были четкими, я делаю заливку в несколько этапов. Здесь мы видим результаты работ первого дня. Спустя 12 часов можно делать заливку следующим цветом. Время жизни состава 40 минут. Поэтому, если мне нужно, чтобы в нескольких картинах были абсолютно одинаковые цвета, я заливаю эти картины одновременно. Картина смотрится ярким пятном в любом интерьере. Есть множество вариантов композиции, а также цветов. Срок изготовления картины около 2 недель. Спасибо за просмотр!